Всем привет, кто смотрит это видео. Сейчас буду показывать, как оплачивать заказ Faberlic именно через Сбербанк онлайн. Смотрите, я сейчас закинула вот сюда деньги, да? Точнее, мне перевели деньги. С этой карты я оплачиваю Faberlic. И для того, чтобы оплатить заказ Faberlic, мне нужно перейти в раздел «Платежи». «Платежи». Дальше заходим Faberlic. У меня здесь вот, да, мои операции. Но если вы оплачиваете впервые, то мы смотрим. Вниз опускаемся. Выбираем раздел «Остальное». Дальше вот здесь вот пишем Faberlic. Так, Faberlic, поиск. Faberlic, оплата товаров. Вот такой вот значок появляется. Дальше мы вписываем номер консультанта. Сейчас я посмотрю номер консультанта. Так, значит, 716-592-008. Так, 716-592-008. Проверяем обязательно, да? Дальше нажимаем «Продолжить». Обязательно вводим сумму платежа. Так, 1159 рублей у нас к оплате заказа. Так, еще раз проверяем номер консультанта, чтобы не ошибиться. Да? Дальше нажимаем «Продолжить». Все здесь у нас показано, да, нажимаем подтвердить. Так, платеж выполнен. И тут, да, у нас сразу показывается. Я нажимаю сразу скриншот, который отправляю людям, да, которые сами мне отправляют денежки. А вы, соответственно, можете сделать скриншот и отправить своему наставнику, который вас зарегистрировал, для того, чтобы оплата подтвердилась, да, чтобы вы показали наставнику. Все, оплата совершена. Теперь уже можно перейти в личный кабинет Faberlic, в раздел «Мои заказы» и там нажать кнопочку «Оплатить». Все готово.